Студенты Ижорского политехнического лицея покинули учебное заведение по пожарной лестнице. На бульваре трудящихся прошла учебная эвакуация. Через окно покидать свое учебное заведение этим студентам еще не приходилось. Трех человек эвакуировали с помощью пожарной лестницы. По легенде, задымление случилось на четвертом этаже, и они оказались отрезанными от лестниц. Все же остальные 800 студентов и 200 преподавателей успели покинуть лицей через основной и запасные выходы. Данное учение, во-первых, для них интересное, показательное, потому что они с привлечением пожарной техники. И для них это определенный навык действия при возникновении пожара. Позволили отработать возможность подъезда, установки высотной техники для спасения, оценить работу администрации. Вся учебная эвакуация заняла 20 минут. С начала сентября подобные тренировки прошли во всех учебных заведениях Колпинского района.